Итак, граждане казахстанцы, всем привет! С вами снова я, Бержан Такиянов, да, собственно, хлебобулочные изделия. Для кого-то я являюсь также и экзотическим животным, пандой, да. Итак, обращение к Касым-Жомарту Токаеву. Я не буду на «вы», потому что для меня вы не избранный президент, вернее, ты не избранный президент, и по факту, судя по тому, как вы сработали по Махта-Аральскому району Туркестанской области, вы амеба. Почему это так заявляю? Потому что, смотрите, там затопило, как мы все видели, уверены в этом. Там потоп, там конкретный потоп, да, Касым-Жомарт? И как бы вы должны были защищать интересы государства, но при встрече с президентом Узбекистана вы сказали, они наши друзья, то все, 5-10. У нас не может быть дружбы. Это потоп. И потоп по их вине. И вы должны были отстаивать государственные интересы. Касым-Жомарт Кемелевич. Вы натуральная амеба, потому что вы не умеете уверенно действовать и говорить, а также и требовать от тех людей, которые нанесли ущерб нашей стране. Я не знаю, как вы так вообще попали на пост президента. А, нет, мы знаем, как вас воткнули туда. Да. Я не знаю, как вы дальше собираетесь страной управлять. Вы не будете этого делать. И мы это уже давно знаем. Да. Вы амеба. Так, разобрались. Теперь с депутатами. Обращение к депутатам. Мужики, в чем проблема? Почему вы именно, когда идет ЧП, да, карантин, почему именно в это время вы приняли закон о митингах? В чем проблема? Почему вы не можете, когда карантин закончился, именно тогда провести, закон о митингах принять? Ну, вы же не из семейства грызунов же, не надо в норке прятаться, ребят. Давайте действовать открыто, или вы боитесь? Если вы боитесь, приходите ко мне, я молодой. Я вам могу одолжить свои яйца. Комитет национальной безопасности их видел. Ребят, система рушится. Сама по себе, вы сами себя топите. Не нужно тупить. Уходите просто и все, мы сами дальше будем управлять страной. Незаменимых не бывает. Не бывает незаменимых. Мы вас легко заменим. У нас все получится. У нас уже все получается. Алга Казахстан. Казахстанцы, вперед!